Россия вербует наемников на юге Сирии для отправки в Армению. Об этом, как передает канал 13, написал в своем твиттер-аккаунте канадский журналист Нил Хайер. Надежный источник сообщил, что Россия посредством частной военной компании группа Вагнера вербует наемников на юге Сирии для отправки в Армению. Ранее Российская Федерация использовала того же вербовщика для развертывания сирийских наемников в Ливии, пишет Хайер. По данным независимого новостного портала Суэйда Аль-Расид, группа Вагнера завербовала 73 человек из сирийского города Суэйда для отправки в Армению. Заработная плата наемников составила от 2700 до 3000 долларов в рамках контракта, предусмотренного на срок 6 месяцев.